Artalhotv.org присудил звание самого ценного игрока АМКТО из 2020 по CS, GO Александру S1MPE Костылеву. На протяжении всего турнира только одна карта завершилась для S1MPE с рейтингом меньше единицы. Всего на чемпионате Natas Windsor сыграли 18 карт. Наилучшую статистику Костылев показал на первых картах противостояний с Ninja Sin Pyjamas и Astralis. Для украинца это 10-я награда MVP от Artalhotv.org в карьере. АМКТО из 2020 завершился 1 марта. В финале Navy переиграли G2 Esports со счетом 3-0. За победу коллектив из СНГ заработал $250 000, а общий призовой фонд турнира составил $500 000. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ничего важного.